победа – это не только праздник. Это долгий путь длиной в 4 года, который складывался или слагался из многих тысяч и десятков тысяч маленьких побед. Сегодня, скрывая все новые и новые факты злодеяний фашистов и их пособников, мы говорим о том, что не должно быть белых пятен. Мы должны понимать, что наш народ просто истребляли. Его истребляли, дабы его не было в этом мире. Мы не хотим, чтобы наш народ ощутил то, что ощутили наши деды и прадеды, отдавая жизнь за свободу и независимость. Если на Западе перепишут историю, Бог им судья, но правда, она остается правдой. Ведь сила-то в правде. И победа в информационной войне будет за нами. Сегодня наша святая обязанность быть вот у этих памятных мест, возлагать цветы, привлекать к этому нашу молодежь. Люди живут до тех пор, пока о них помнят, пока передают эстафету памяти другим поколениям. Так должно быть. И в этом наша сила. Война сломала и унесла миллионы человеческих судеб. Но по сегодняшний день мы ценим полученную свободу и стремимся к независимости.